Ребята, давайте приколимся. Попробуем. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved мод Anunnaki. И сегодня мы пойдем, мы полетим, попробуем притомить нашего несчастного будущего Дрейка. Почему несчастного? Да потому что с ним мы полезем в самую задницу. Мы начнем нарваться на драконов, выяснять отношения со всеми, кто в шляпках, и просто буянить по беспределу. Так, что нам для этого понадобится? Для этого я предлагаю нам сначала попить. Почитал в комментариях, оказывается, все-таки Птер не плюется, дракон плюется, Птер нет. Значит, так, я, пожалуй, останусь в броне, это мы выкинем. У Птера у нас что есть? У Птера у нас есть бустер, health booster. И давайте попробуем, что ж теперь. Мы к этому давно хотели, мы стремились. Я его прокачал как только можно. У меня все топовый уровень, 155 получился. Аж горло пересохло от такого этого. Так, значит, 5000 выносливости. Здоровье 500 000. Скорость 250. Урон 57 000. На всякий случай сделал так, прикинулся, чем больше дамаг, тем больше шанс, что мы вырубим дракошку. В идеале нам нужно дракона, который будет усыплять. Но, давайте мы начнем с того, кто попроще. Я даже броню не стал снимать, потому что если на Виверне это более-менее как-то еще получалось, то тут я немножко побаиваюсь. Давайте вот проверим вот на этом сначала. Так, вот сейчас пролетим сначала. Завалим вот этих. Вот. И попробуем вырубить анкила вот этого самого. Так, давай проверим вообще, как оно. А это, по-моему, не вырубается, кстати говоря. Не, стоп, это не вырубается, это прайм или кто-нибудь там. Ладно, тогда с ним бороться не будем, мы полетели искать дракончик. И вот он наш первый. Ну-ка, давай, ну, я не знаю, пойдем попробуем, что теперь. Я надеюсь, мы, короче, не завалим его. Ой, в смысле, это не помрем сами. Так, отлично. Вырубился, что ли? Да, вот так с одного раза? Подожди, это Дрейк или дракон? Я вот не понял сейчас. Секундочку. Так, во-первых, это Дрейк, это отлично. 570, во-вторых, нам нужно что? Тихо. Кто-то где-то бегает. Стоять. Тихо. Я, знаете, что, ребят, забыл самое поганое? Надо было, наверное, наркотик взять. Я что-то не подумал. Что такое? Карны приперся. Все, карны уперся. Так, подожди, теперь давай посмотрим внимательно на дракона. Хватило ему, короче, одного удара. Слушай, это мне так порадовало сейчас, реально. Так, значит, смотри. Тебе надо как-то... Нифига себе, у тебя мясо скинул. Вон, у него еда так падает, отлично. Наверное, как-то надо вот так сделать. Я же прав? Или она у нее должна полностью упасть? Я вот не совсем... Так. Я не совсем понял. Подожди-ка, дай-ка обратно. Проголодайся, пожалуйста, полностью для начала. Так, допустим. Так, а у меня нету, да, наркоты? Нет, конечно, наркоту я не брал. Так, дракон. Ты давай как-то это... Сотрудничай со мной, что ли? Так, давай-ка, знаешь, мы как делаем? Мы сделаем маленько по-другому. Немножко наркоты есть. Сейчас мы вкачаем, быстро сгоняем. Так, на это, похавай. Все, сейчас сгоняем, возьмем, а не возьму, у меня нету наркотика. Ребятки, у меня наркотика просто нету. Подожди, а что не так? Даже Дрейк-трибут. Да, поместить это в инвентарь Дрейка, чтобы мгновенно его притомить. Может, он реально просто еще не проголодался как надо? Как считаете? Да? У меня такое ощущение, что он реально же. Как будто он тоже полностью может проголодаться. Хрен того знает. Ну давайте подождем. Вот подождем. Что-то у меня сейчас такие дикие сомнения одолевает. А может, надо поражать, как считает девочка, реально? Хрен его знает, блин. Он не ест там. Ну, давайте прожмем, если что, сделаем еще. На крайняк мы Дрейка уступим. А, вот, точно, оказывается, поражать надо было. Ой, как хорошо. Не, а меня это вполне себе устраивает. Тут характеристики покажи ко мне. Так, 160... Ой, дохленький-то у меня, дохленький. Выносливость зато шикарная. Вес сойдет, скорость так себе, дамаг вообще ни о чем.
Ладно, так, меня это устраивает. Так, значит, смотри. Во-первых, у нас есть теперь дракон, который, кстати, достался, блин, вообще легко. Только он летает медленно. Совсем медленно. Ладно, летим. А, во, нормально, разогнался. Пускай. Раскочегарить надо было, видимо. Так, ладно, дракон у нас есть. Теперь нам нужно седло на него. Ну, как бы это ладно. Сейчас мы пойдем искать ядовитого дракона, чтобы этим ядовитым драконом он притомить. Не знаю, кого там нужно притомить. Как минимум, у нас теперь есть настоящий мощный дракон. Он даже не куток, я даже не ожидал. Сейчас, в общем, мы пойдем и тогда замутим сразу все. Что нам нужно, это два седла. И это нам еще дракон Дрейк Трибут будет. Вот. Так, на седло мне шкур не хватило, поэтому идем. Вот теперь давайте кадр один, дубль 2. Но теперь дракончика вот именно вот этого. Слабый удар. Есть контакт. Смотри, хорош. С удара просто ложится, реально. Просто ложится с удара с одного. Блин, это ж 260 маленький. Маленький. Ладно, голов-то мы наберем еще. Давай вот туда одну. Давай вот так мы сделаем. Так, отличненько. Значит, теперь мы будем летать на драконе. Попутно мы парочку драконов, наверное, завалим. Не, мы не так. Мы сейчас попробуем найти такого же дракона, но большого. Просто большого, гигантского левел, чтобы... Для этого нам нужна подзорная труба, которой у меня до сих пор нету. Я до сих пор подзорник. Уже кошмар. Так, ну там летишь, нету. Так, а этот у нас плюется, да? Ребята, вы мне теперь, пожалуйста, в комментариях подскажите, правильно ли я понимаю, что он нам нужен для того, чтобы притомить дракона. Дракон нам нужен для того, чтобы завалить всех тех, кто в шляпках. И он нам еще нужен для того, чтобы притомить боссов. Если я правильно понимаю, вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите. Потому что планы именно пока что такие у меня. Гонять за драконом, за шляпкой. Так, это мы у тебя оставим, все, оставим, отлично. Ага, ты, значит, вот так. У меня, короче, нету. У меня шкуры нету, ребята, я седло не могу сделать. Ё-моё, а. Ладно, нам еще, знаете, что надо? Нам нужно еще тиренозавра. Так, капразух и тиренозавра сегодня притомить, это вообще край, конец. Капразух, не знаю зачем, в комментариях попросили. Раз попросили, будем томить. Тиренозавра, он мне нужен, потому что у меня с цветками и грибами вообще просто печально все. У меня их нету. Полетели за шкуры, нам нужно делать седло над наших дракошек. Так, я не понял, где он? Вот он, смотри, какой красавец. Это мне про него говорили, если мы его атаковать не будем, он нас не нападет. Это, как он, Индоминус, по-моему, или как так называется. Ну-ка, давайте пробуем. Убор подлететь, тормознуть и попробовать посмотреть. Я его хочу. Я его хочу, ребятки. И как его притомить, напишите мне, пожалуйста. Я реально хочу эту махину, она мне вообще дико нравится. Я его один раз до этого увидел, случайно тут летал, когда качался. И сейчас он мне просто сейчас раз попался, вот так вот прям. На камеру, надо такой снимать. Как я зовут? Ай-яй-яй, только что пропустил. Да, по-моему, Индоминус он был. Блин, ребятки, все, я не знаю, я на него дракона буду всех натравливать, но я хочу на нем покататься. Я знаю, его точно можно притомить. Если напишите в комментариях, как точно, это было бы вообще отлично. Я понял, я знаете, что я понял там, какую главную цель я хотел вообще в этом сезоне попробовать. Только посмотреть одну лаки. Я хочу завалить какого-то там альфа, не альфа, титанозавра. Мне сказали, что он босса сметает с одного удара. Поэтому мы будем выводить дракошек. Дракошек хрен пойми в каком поколении. Но мы его будем выводить и попробуем. Ну, не факт, что получится, но тем не менее. Попробовать мы обязаны, чтобы у нас прям армия была драконов. Вот тогда будет вообще классно. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, шкурка есть. Шкурки так мало. Ребятки, шкурки вообще мало. Шкурка просто не падает. Всего 300 штук. На облася постичь. У меня прически нет, блин. Да ё-моё. Слушай, мамонт. Чё за мамонтёнок ходит по кругу, а? Знаете, он может за жопу просто дойти. Отлично. Так, ну-ка, давай-ка, тебя тоже. И тебя мы поджарим. Так, хавай. Потом. Своим перегаром подышишь. Так, итого, сколько у нас шкуры? 200. 7. Всего 270.
А, вот 200, 200. Так. 70, 200, 400. Маловато, больше надо. Нет, вообще иначе. Только-только, вообще прикирочку. Ну, шкуры реально. А, во, подожди, с мамонтов она нифига, она с носорогов падает. Точно, смотри. Я сейчас свалил с носорогов, около сотки упало. Давай вот этого захаваем. Падай, падай, пожалуйста. Отлично, молодец. Так, хорошо, давай. Да, вот, носорогов хорошо падает. Пойдем еще парочку носорогов захаваем. Кого-то они там миссят. Давай, Дикси, ничего, что может полку упадет. Не знаю. Не, с Волга тоже ничего не упало. Так. Ой, сколько нам тут еще томить-то надо? То есть дракошка это вообще это самое первое, что мы тут будем делать. Ладно. Шкурка есть, полетели теперь обкатывать нашего дракошку. Я там еще одного спальню. Я не знаю, правда, какой левел. Сейчас позорную трубу возьму, сейчас на драконе полетим искать самого крутого большого дракона. Ребята, давайте приколимся. Попробуем. Офигеть! Это было круто, не знаю, мне понравилось. Давайте второй заход. Весь экран просто взяли. И сейчас капец будет. Они все на нас полетели. Ой, что происходит? Блин, я не вижу что-то. У меня аж FPS просел. Сколько? 10 FPS. Блин, ничего не вижу. Блин, классно. Вот давненько мы так не веселились. Кстати говоря, а что-то она у меня такая покоцанная вся. Хотя она у меня по ХП вроде как нормально все. Ладно, так, это мы забираем сразу, пока летим. Так, это мы забираем. Носорог нам не нужен. Это заберем. Еда нужна всегда. Это заберем. Наркота пускай будет. Это. Кто же знал, что мне понадобится 6? Вот, представляете? Еще сейчас будет 2 седла у нас. Хорош, ты смотри, какой красавец-то, а. Блин, он шикарен. Он просто шикарен, ребят. И он маленький, но он шикарный. Кстати говоря, это знаете, что заметил? А когда я подошел к Тому и надел седло, которого ледяной, у меня хп стал убавляться, при этом конкретно так. Так, мы, наверное, ему что вкачаем? Сначала мы ему вот это вкачаем. Дамаг и немножко скорость. Кстати говоря, а он-то у меня сейчас нифига не вырубит, надо его вкачивать, я думаю, да? Давайте тест-драйв ему устроим. Так, это что? Это он хватает. Это вот он плюет. А, он не плюет, он огнем поливает. Ну-ка. Ну как огнем? Типа усыпляет. Ну давай так покусаем. А, он вырубился, отлично. Так, короче. А нам, кстати, не получится утопить дракона, чтобы снять с него голову. А, его надо убивать только. Ладно, мы сейчас прокачаем. Мы его, короче, съедимся. Надо прокачивать. Так, а она была... Нет, на тех. Да, короче, мы сейчас опять туда полетим к летучим мышкам. Сейчас мы этого дохомячим и полетим к летучим мышкам. Так, левел. Сколько дали левела? Отлично. ХП побольше немножко. Выносливость, ладно, сойдет. Дамага просто немеряно надо. Сойдет все. Он так-то у нас маленький, поэтому мы его чуть-чуть будем вкачивать. И мы сейчас полетим просто искать. Так, мыши, вот там были. Полетим сейчас просто искать, где у нас можно найти хорошего дракончика. Там одного спалил. Мне кажется, он будет классный. Так, ну-ка давайте попробуем до мышей долететь. Они вот далеко. Поэтому вот сразу к ним. В принципе, они должны от нашего перегара просто взять и выключиться сразу же. Ну, давайте проверим, что из всего этого выйдет. Ладно, не вижу уже. 50. Кстати, этот получше управляется, чем Виверна. Хорош. Мы же его не протрем дракона, я надеюсь. Ой-ой-ой, у меня FPS просело. Сколько FPS? FPS-то нету. Так, я жив? 1680, это как так? Это вообще закона нет? Сколько левелов? Ой, хорош. А, да тут еще и паучки, смотри-ка. Золота, опутали. 1728. Они откуда такие берут? Короче, тут совершенно нечего делать. Без дракона, без верны, без кого угодно. Так, еще один упал. Ладно, еще один не страшно. Ну, кусается, подожди. Тихо.
Да, короче, уйдите отсюда. Ага, оплели. Ладно, мы уходим. Нормально. Ой. Курицы летят. Две. Одна. Стартуй! Это мне уже нравится. Это даже классно. Это даже от души. Просто от души. Так, все, не отстали. Ну-ка, давай прокачаем. Что у нас получится, если мы его прокачаем? Значит, я предлагаю сначала все-таки полмиллиона вот так вот делать хп. 1008 пускай будет. Скорость передвижения 150, это минимум. Надо ему. Лучше 180 откачаю. Все остальное, я думаю, мы дамаг уберем. Сейчас нам этого вполне должно хватить, чтобы мы могли завалить дракончика, вырубить. Давайте посмотрим. Так, это еще не последний левел. Ой, прилетели, смотри-ка. Вы дурачки, да? Вы зачем пришли? Вы зачем это делаете? Остановитесь, глупцы! А, стоп, нет, не так было. Там было. Бегите, глупцы! Эй, ладно. Там какая разница. Мы, главное, левел еще подняли. Так, ладно, не будем отвлекаться. Я, значит, только хотел тут все скинуть. В принципе. А, нет, что-то полезное есть, смотри-ка. Это нам не надо, не надо. В общем, нам все не надо. Все, это мы скинули, полетели. Вот прям вот тут был дракончик. Так, сразу вкачиваем дамаг. Еще что-то. Вот. И прям вот за этим холмом был дракончик. Где Незердрейк, помните, был или как он? Блин, Незердрейк, откуда? Незердрейк — это сорт у Warcraft. Рую, путаю я. Как же вы... Я опять забыл, как идут, короче, вот этот вот теневой, классный, черный дракон, он вообще дико нравится. Так, вот это тоже было, он нам сильно сейчас не нужен совершенно. Нам нужен где-то... Вот тут он был, дракончик. Сейчас мы его найдем, только мы сейчас левел посмотрим. Мы сейчас будем искать большого, крутого. Зачем нам маленький? Нам маленький уже не интересен. А, о, лежит. Пусть его съели. Реально, что ли? Я чуть не понял, он спит, его съели? Или он летит и забаговался? Во-первых, ты маленький. Ребятки, нет, все нормально, отвисло, что-то отвисло. Так, ну, он маленький, он. Не хочу, я полетел дальше. Слез я, блин, за лутом, слез! Где, кто там еще осталось? Зараза, я тебе сейчас так морду набью, давай, я карнотавра вырубал, чтоб я какую-то птицу-террорюгу не завалил. Да пофигу на штаны, я тебе без штанов, ты вообще, что ты хочешь со мной делать? Прикинь, я запинал птицу. Что она хотела со мной сделать? Она мне штаны с меня сняла. Кошмар. Я же забыл, у меня дракончик на этом постоянно. На нейтрале. Я-то к чему? Я тут просто дракона завалил. Я вот искал лут его. Это, иди сюда, пожалуйста. Присядь, пожалуйста. Ой, мне кажется, мы пешком пойдем домой. Он еще хуже и верно садится. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Как думаете? Вот это вот зараза больно бьет. Давайте мы разик пустим. На 19 косарей, да? Может, она вырубится? Только давай раз, один раз отхватим, попробуем. Мне просто интересно, она может реально завалить? Мне кажется, значит, вырубится. Он убегает, он реально убегает. Давай его покусаем. Прикинь, что это титанозавра придавил. Или сидим. А его сидим, похоже. Да мы сейчас титанозавра сидим. Не, это я ничего не говорю, конечно. Это... Обалдеть. Я, конечно, понимаю, что это у нас не альфа и так далее, ни в коем случае, но тем не менее. Просто так легко титанозавра сел, значит, это не тот титанозавр. Так, а мы продолжаем искать дракона. Я нашел одного 400-го, но как-то что-то я не стал на него размениваться, и походу зря, потому что больше я драконов не вижу совершенно. Смотри, кто нас там внизу ждет, нет, ты только посмотри. 590, это почти топ 600. Ну что, полетели, он нас ждет. Мы его сейчас возьмем и съедим. Итак, надо вот так упустить его.
Так, ну я думаю, сойдет. Главное, чтобы он не помер у нас. Он вроде как плавает. Я так вот посматриваю, да? Так, ты у меня на пассиве стоишь, это хорошо. Нам нужно, короче, армию. Ты ж на пассиве стоял! Нет! Собака ты такая! А чё он мне взлетел-то? Блин, у меня это чё проснется! Его давать! Плохо, плохо, плохо. Так, вроде жив, жив. Да, он хвостом шевелит, отлично. Эй, ты ему сейчас загрызу тут. Просто возьму и съем вот так вот. По беспределу. Хоть и не вкачанный дракон, но я его сейчас съем, отлично. Так, отлично. Кто опять? Иди отсюда. Так, пассив, а то вы меня сейчас его завалите, будет вообще очень плохо. Ё-моё, гиена. Так, гиены нет. Фига, покупка. Нам нужно шустрее. Ну куда ты полетел-то, япона мать? Зачем ты это сделал, ты мне объясни. Я понял, понял, понял. Надо... Я понял, что надо сделать. Поведение... А, ладно. Нам, короче, быстрее надо, быстрее. Надо быстрее брать Дрейк. Хватаем все. Ты же не встал? Ты же не встал? Отлично, успел, 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 успел. Сюда. Оба! Отлично, ребятки, мы успели. Да уйди ты. Сейчас еще утону. Ой, хорош. Успели. Ой, плохо не успели. Сейчас сидят меня. Меня-то за что? Я не при делах. Ребята, я вообще, я не местный. Моя твоя не понимает. Драконы, спасай меня. Три дракона не могут спасти бедного енотика. Спасите меня кто-нибудь. Почему меня хотят убить? А, вот, отлично, смотри, поливают. Эй, хорош. Так, ты иди сюда. Ты срочно, стой. И так, зависит. Ё-моё, как все печально, да? Почему они меня все хотят убить? Что я такого сделал? Нет, 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 я промазал, меня сейчас сидят. Мне... А, нет, подожди, у меня хп полное, нормально. Нет, меня сейчас сидят. Нет, дракончики, спасите меня. Почему у меня три дракона не могут спасти? Почему? Почему все так происходит? Почему все так плохо? Нет, вроде, подожди, отстал, отстал, да? Нет, я отстал, раптор бежит, сволочь. Вы скажите мне, пожалуйста, как драконов этих посадить? Как вот мне на него залазить, если вот так вот он завис? Есть какой-то способ, чтобы он там команды типа сесть, еще что-нибудь такое? Чтоб я вот так вот не прыгал каждый раз. Так, все, дракошки. Все за мной срочно. Все, ой, ништяк, ништяк, ништяк. Так, все, ребятки, нам осталось притомить Капраздуха. Давайте хоть глянем на его характеристики, то это получается 852 левел он у нас получился, да? Значит, смотри, 150 тысяч хп, 8 тысяч дамага. В принципе, почти как те, но я думаю, он качаться будет поинтереснее. Ладно, сейчас нам кто нужен? Сейчас нам нужен Птер, потому что Птер, потому что если мы полетим драконом, мы просто завалим. Вот он, Птер, полетели на болото, такая прозуха. Во-во, ползет какой-то. Лобысь. Ага. Ага. Ага, подожди, перебор. Дай пиявки, ё-моё, пиявки еще лезут. А, кстати, да, ребятки, спасибо вам огромное, мне подсказали, как от пиявки избавляться. Так, подожди, а как с капразухом? Я его убиваю, так, нам получается птир послабее нужен. А, я знаю как, мы, наверное, мы на него вдыхнем. Если я отдыхаю. Вот, подожди. А он не дышит же. Ё-моё. Блин, я их убиваю. А черт, знаю, либо большого искать, либо БДСа, либо другого аптера поменьше, что тоже не такой плохой вариант, кстати говоря. Я аж этого там под дракона затачивал. Сколько у него дамага? У него 57 тысяч дамага. Ну тут нужно там 1005 сделать, 10 максимум. Тогда будет нормально. Так, ну давайте пролетимся. Ну, что-то я не вижу, я их убил всех. Пришел притомить и убил всех. Нафиг, это я могу, это я умею, это я практикую. Так, лягушки я не хочу. Вот, смотри, кто-то.
Блин, я его убил. Так, давайте, ребятки, мы тогда Саркозуха и Карпозуха на следующую серию оставим. Потому что реально тут с дамагом очень большой перебор, и просто все, они кладут с одного удара. Это уже прокачанные эфиры, потому что. На этом серию почти что мы давайте закончим, потому что я хочу все-таки на дракончике это сделать. Так, сидим. Это у нас маленький. Вот, давайте вот так вот. Я даже немножко попозирую. Чего уж там. Значит. Блин, как-то оно не очень. Ну ладно. В общем, ребятки, на этом мы давайте закончим. Надеюсь, вам понравилось. Вот так вот нежданно, негаданно появилось 3 дракона. В следующей серии, я думаю, мы все-таки займемся. Немножко сбавим обороты. Немножко экшена поубираем. Мы попробуем. Кстати говоря, у нас что? Самец, самка. Так, ты у нас... Как нет пола? Вы не плодитесь, что ли? Да ну. А, подожди, дрейки. Дрейки, может быть, и нет. Драконы, возможно, плодятся. Ладно, в общем, у нас в следующей серии нам нужно будет на ботах тут всех побегать. Найти... Ой, титанозавр альпача этого. Короче, много чего делать. Но давайте мы немножко осадим. И мы, в общем, займемся тем, что построим немножко хат. Притамим тиренозавра. Притамим капразуха. Еще кого-нибудь, детеныша попритамливаем. Мы, наверное, все 4 сильно займемся именно тем, что будем томить. Вот так вот, а то у нас как-то вот оно очень быстро экшен пошел такой. У нас вот такая армия уже крутая. Как-то так. Поэтому немножечко такое. Отдохнем немножко одну серию, наверное. Наверное, вот так вот сидя посмотрим. На этом все. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. Не забывайте смотреть другие видео на канале, их больше 1000, если кто не знал. Потому что многие меня спрашивают, а ты эту игру играл, а эту пройди. Ребятки, очень большое количество игр уже на канале, больше 1000 видео. Поэтому заходите в плейлисты, смотрите, там очень много всего есть. На этом все, всем удачи, всем пока.